Так, всем привет! С вами проект Monster Холостяк. И в этом, то есть в проекте, как вы уже помните, мы будем выбирать из всех участниц подходящую невесту. Ну, короче, как-то. Вот. И то есть в этом, в четвертом выпуске, мы с вами будем то есть участницы будут голосовать за самих себя. Тут есть такие вот карточки, в которых они будут писать, кого же они хотят убрать с этого проекта. И будет насчитываться больше голосов, больше и больше голосов. И те, кто наберут на меньшее количество голосов, останутся, а те, которые на больше, уйдут. И в этом шоу, то есть в этом выпуске, уйдут две участницы. Итак, давайте же приступим. Наши участницы часто пишут. А первую часть, которую они хотят из этого проекта выгнать, так скажем. Вот. И затем второй раз делаю то же самое. Эй, дайте мне какой-нибудь листочек хотя бы, пожалуйста. Да-да-да-да-да. Конечно. Вот, держи твой листочек. Сейчас, подожди. На. Спасибо. Так, интересно. Кто же моему желанию хочет идти из этого проекта? Надо подумать. Точно. Я знаю, кто это. Кстати, девочки, мы вас предупреждаем, то, что сразу, то есть, когда вы проголосовали, кладите за ту участницу, которую вы проголосовали. Хорошо. Так. Ага. Ты думаешь, что ты я? Да. Я знаю, кто идет с этого проекта. 10 минут спустя. Ты так и не знаешь, кто же уйдет из этого проекта? Не-а. Вообще не подумаю даже. Ладно, давай подумаем. Так. Вы можете подойти сюда? Да, конечно, что? А можно проголосовать саму себя? Да, это все, конечно же, можно. Но можно голосовать только 3 людям. За саму себя. Спасибо. Я приняла свой выбор. Интересно, за кого же Клавдия проголосовала? Я думаю, что явно за Машу. Серьезно, ты думаешь? Ну да. Ладно. Ты уже проголосовала, да, и ты не узнаешь, за кого даже. Так. Интересно, кто же может быть проголосовать за меня? О нет, если проголосовать за меня, то это будет очень плохо. Я надеюсь, за меня никто не будет голосовать. Не беспокойся, Маша, все будет хорошо. Ты уверена? Да. Очень.